Александр Сергеевич, появилась информация, что Кутиньо уезжает на чемпионат мира молодежный и уезжает из Рубина. А в каком сейчас состоянии находится Эльмир Набиуллин? Потому что ему, скорее всего, предстоит закрывать левый фланг. И как справится ли он вот в оставшихся турах, по сути, потому что такой замены-то у Эльмира-то нет? Ну, мы сегодня поговорили о Эльмире, именно из-за тренерские такие вещи. Если вспомните, я в перерыве с Спартаком убрал Кутиньо. Заменил, он сначала как недоволен, он так хотел с Промесом играть до конца. Но ему объяснил потом, что если получишь травму, а Кузьмин пропускает следующий год. То есть здесь нужно уберечь было игрока. Также и сейчас мы Набиуллина заменили два удара по голеностопу болезненных. Он подвернул, и связки были, боль-то сняли, но неприятные ощущения остались, поэтому его сегодня даже не хотели выпустить, но не рискнули. Так вот, он уезжает на чемпионат мира. Катается он сейчас в Уругвае, потом до Новой Зеландии, треугольничек нарисует, потом сюда, в Казань вернется, уже посмотрим, что он там выиграет. Ну, без него три игры, другие будут играть. Он, я думаю, уезжает в хорошем настроении и в хорошем состоянии. Что с Крадунисом? Крадунис готовился к стартовому составу, он это знает и чувствовал, но что-то у него постоянно болячки вылезают. То ушиб перерастающий в гематому, который мешает двигаться нормально. Теперь проблема со спиной, это уже серьезнее, потому что надо смотреть и спину. Да любую травму дальше времени нельзя эксплуатировать игрока, не убедившись, что он вылечился полностью. Со спиной проблема. Со спиной, насколько долго, не знаю. Не хочется думать, что это уже, знаете, какой-то предвестник повышенного травматизма возрастного. Он-то волевой человек, но из этих травм с возрастом убираются люди с гораздо большим временем, чем молодые. Так получается, что Мага Аздоль забивает только самые красивые голы. Да, только я бы сказал, корону оденешь, я скину быстро. И звездную пыль сушить. Ну так, потому что, ну, нельзя отнимать, ну пусть поэйфорить немножко, но не больше 5 минут, сейчас я вернусь, ребенок скоро хватит. Ну, похвалить надо, действительно красиво получилось, но когда ему со всех сторон начнут говорить, он какой-то в медовой паутине такой начнет это, купаться в лучах своей славы и начнет повторять торпедовские фокусы, хотя он там тоже забил, но если бы не его такая, скажем так, такое состояние после гола, наверное, той контратаки не состоялось бы, наверное, с торпедо. Довели бы мать победы, но что же прошлое. Что есть, то есть. С вами был последний матч в Казани. Сегодня был последний матч в Казани. Можно подвести какой-то итог вообще домашних матчей на трех стадионах играть? Так не думал об итоге речи. Выходили, старались, не всегда получалось. Иногда обидно, возвращаясь в матч с Краснодаром. Если брать весеннюю стадию, у нас не фокус стоит. Первый матч со Спартаком я беру, наверное, на себя всю эту подготовку, потому что не надо было играть с Вероной за 4 дня на сборе в Италии. Это я понял уже по первому матчу, что ошибся. Но это был первый домашний матч. Что касается Казани-арены, то жалко, там совсем другая аура. Здесь тоже свое, то есть родное. И центральный стадион, не знаю, что там с ним. Какие-то там проблемы возникли, что ну завтра праздник, поэтому там будет так и так не играть. Там после этого пожара несчастного, многие проверки, ну правильно делают. Не знаю, как будем ли мы играть на центральном стадионе. Поэтому по трем стадионам бегали, один матч сыграли на центральном. Ну, конечно, самое это впечатлительное это впечатление, это Казань-арена. Там другая аура, там вообще это. Даже сами ребята говорят, туда бы скорее, но. Пусть там поплавают сначала немножко, ну, мы уже вернемся. Такой вопрос немножко серьезный. После ничьи с Торпедо некоторые такие критики начали говорить, что у Рубина якобы нет какого класса, потому что команда не умеет играть на классе. Вот как вы на это ответите вообще? Есть ли так называемый класс у... Ну, я понимаю, о чем речь. Да, наверное, класса засушить игру не хватает. Честно говоря, можно признаться, что и мне, наверное, класса засушить игру не хватает. Не хочется, знаете,
Наверное, первая мысль была правильная, когда я после второго гола хотел уплотнить центральную зону и сыграть просто от обороны, закрыться, то, что команда против умеет, и засушить игру, но мне жалко, все-таки это романтичная какая-то составляющая для игроков. Ну, закрыться можно было. То есть, наверное, закроемся, не знаю, но задания такого не было. Поэтому, наверное, полетели в атаку, и Оздоев там пропустил этот момент, о котором говорил. Сложно было задать, так что не здесь сушить игру там, от обороны. Может, и надо где-то этим мастерством владеть для сохранения очков. Мы все учимся. И там у нас есть и совсем юные, и молодые, и в золотом возрасте ветераны. Наверное, это надо все пройти. Может, мы столько уже надарили очков. Ответил, нет? Да. Но от романтики не будете отходить от футбольного? Не хочется, понимаете, не так много футболистов отмерено времени. Я просто по себе чувствую, что иногда я даже во сне ногой дергаю, как будто я футбол играю. Хотя уже 58-й год не награлся. Так, во сне. У меня уже нет футболистов на тренировочном поле, нет. Но я к тому, что... Ну, это же игра, понимаете, это такой классный кусок жизни. И да, надо сыграть на результат, да, для сохранения. Но если есть силы и желание, почему не забить еще и чтобы пытаться в атаке. Ну, мне вот там вот такой, пока не переболел ни я, ни они в этом состоянии. Последний вопрос, Коля. Ну, сегодня вот последние минуты матча в добавленное время. Ел тот штук, и что вы, что вы сказали игрокам вот в эти последние минуты? А ты почему-то говорят, не докричишься, голос не слышно. Ну, я думаю, что они вспоминают все. Я же тут на теоретических занятиях просто для зрительной памяти нарисовал вот эти все матчи, которые и минуты, на которых все было упущено, все весь труд. Я думаю, они все воспринимали. Это излишняя нервозность, наверное, к предыдущему вопросу относится, что умение сыграть на классе и разговаривать лишнего. Наверное, это нужно. Ущерб романтики, там какой-то так. Наверное, нужно, это признак действительно класса. Таковы мы еще. Правильно, правильно говорить, что не умеем найти лишнего и спокойно докатать мяч до конца. Спасибо. Спасибо. Праздник всем.